И начинаем с трагической новости. На 71-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор Самарского академического театра драмы Вячеслав Гвоздков. Точную причину смерти пока не называют. Волею судьбы в день кончины Гвоздкова на сцене театра, который он возглавлял 23 года, шел нашумевший «Побег из Шоушенга». Это одна из последних его работ. О смерти руководителя актерам и зрителям сообщили после окончания спектакля. За свою творческую карьеру Вячеслав Алексеевич поставил более 150 спектаклей в России и Европе. В 2009-м даже получил «Золотую маску». Его называли мужским режиссером. Одна из его любимых тем – человек, меняющий общество и среду вокруг себя. Она получила воплощение в таких постановках, как «Полет над гнездом кукушки», «Полковник птицы» и других. Премьера его последнего спектакля «Касатка» состоялась в декабре прошлого года. Свои соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося театрального режиссера его родным и близким выразил глава региона Дмитрий Азаров. Прощание с Вячеславом Гвоздковым состоится во вторник, 23 января, в Драмтеатре. Панихида начнется в полдень, похоронит режиссера в Санкт-Петербурге.